Стартовали работы по надвижке пролета еще одного моста в нашем регионе через реку Большая Лоча в Ржевском районе. Об этом рассказал в социальной сети глава округа Роман Крылов. По его словам, этот объект является чрезвычайно важным для округа, так как расположен на одном из въездов в город со стороны трассы Москва-Рига. Ранее были установлены опоры, и теперь начался этап сборки мостового перекрытия. Этот объект имеет огромное значение для нашей транспортной инфраструктуры, поскольку является ключевой транспортной артерией, облегчающей движение и сокращающей время передвижения. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в этом году. В 2019 старый мост был признан аварийным, а в 2023 начался его ремонт.